Привет всем! Хочу рассказать вам про очень интересный инструмент. Как всегда, мюзикмен на высоте, и тем более еще гитару, о которой я сегодня вам рассказываю, это именная гитара знаменитого и великого, можно сказать, гитариста Стив Морса. Именная модель Signature Стив Морс. Произведена в Сент-Луисе, Обиспо, Калифорния. То есть достойный инструмент из линейки мюзикмен. Как всегда, эргономика на супер высоте, красота необыкновенная, играть потрясающе удобно, прекрасный гриф, то есть очень просто в управлении, ручка тембра. Ручка громкости. Корпус этой гитары выполнен из липы. Гриф, как всегда, у всех практически современных мюзикменов это птичий глаз клен. Он вощеный, не покрытый лаком, только голова, что важно, потому что это дает возможность не скользить руке лишнего. То есть очень хороший контроль грифа. То есть, собственно, гитара позволяет играть музыку любого стиля, от неоклассики. Блюза. То есть она универсальна, как и большинство инструментов мюзикмен. Абсолютно универсальный инструмент, который дает вам возможность избежать перетаскивание большого количества гитар, обладающих прекрасным тоном, отличнейшим сустейном. Даже вот мы на этом звуке можем услышать